Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Собственно, смотреть. Ай. Приятного просмотра. Спасибо большое, Лёшенька. Спасибо, дядя Лёш. Дядя Лёша очень хороший мужчина. Очень хороший человек. Бля, ебать. А как ты переподрубать будешь? Стандартная поза Ксюши после стрима. Че она так троллит? Ой, мой хороший, привет. Дебил, блядь. Привет, Артем Попов, Вова не лох. Спасибо большое за подарочную подписку. Спасибо, Диамон К. Зарисав. Спасибо, братик. Дубы, спасибо. Есть клыки. Кто ты? Дракон. Да. Да? Да. Я одна мерзотно отношусь к отрыгиваниям. Вообще, для меня отрыгивание это просто это максимально... Это самый ужасный кринж, когда кто-то просто берет и при тебе рыгает. Как можно рыгать при людях? Как можно рыгать при людях? Объясните, как можно рыгать? О! Смотри, грязные трусы старых казашек. Ну и тайминг! Ло! Так, а вот сейчас отпустите! Немедленно! Да. Все. Свободен. Чё? Сейчас, бро, после видосика, ладно, прочитай донатик. Ну, подвиньте. Что? Какой ужас. Они же оба... Стойте, а разве шпиц у нее самка? Кстати, реально дырка, прикиньте, между ног. У меня дырка между ног, пацаны. Да, блядь. Спасибо за сабро. Нет, серьезно, я трогаю, пиздец. Тяжело мне не было. Я когда в первый раз... Бля, кстати, у нее сестра просто ни копия. От него не откажу. Почему все смотрят эту передачу? Она же неинтересная. Ctrl-V, блядь. Вы что, ебанулись, что ли? Влад бы даже и не разобрался, кого трахает. Блядь, просто... Да ладно, это рофл какой-то. Они даже красятся одинаково. Че, блядь? Да нет, ну не одинаково. Вы арестованы, блядь, за дрочку на несовершеннолетних. Педофилка, ты тупая, вонючая. Ты думаешь, тебе все можно? Хуй там, поднимай руки вверх, блядь. Ничего себе, я матерюсь много, ребят. На сегодня такого не будет. Я нихуя не веселый. Буду сидеть, жрать за компом, смотреть видосики, блядь, хуй знает какой давности. Выдавать ноль контента и говорить, что все хуево, только я один пиздатый. Ну это Сэнкик так делает, это же, это лучше, да. Это какой-то ультракил по всем каналам сейчас прошелся, блядь. Я вам подскажу так. Ну, есть в этом капелька правды. Это сейчас какой-то ультракил просто, нахуй. Рэмпейдж, я бы даже сказал. Это в меня камень полетел. Это лучше. А картошка? А картошка тоже через минуточек 10 будет. Я на ужин вас гипнус. Официант, водочки неси, бутылку для патата, чтоб присел. О! Ля! Гляди какой! А! Стоп! Это походу... А, чуваки, отмена! Это из PayPal. Это с PayPal денежку забейте. Отмена. Это моя денежка с PayPal. Спасибо большое, Вадим, что перекинул мне денежку с PayPal. Алло. Алло, да, здравствуйте. Также уполномоченный Шамель. Чего? Что? Здравствуйте. Также уполномоченный Шамель. А? Чего? Я что-то сделал. Сутки назад ваш телефон находился неподалеку от места совершения преступления. Это по данным оператора. Ага, понял. Мне нужно с вами побеседовать. Ну я сейчас не могу, у меня будет творить. Где вы сейчас находитесь? Давай подъедут наши сотрудники. Это рофл или он реально что-то сделал? Я сейчас не могу, я сейчас занят. Можно попозже? Объясняю. У нас есть записи камер видеонаблюдения. Мы должны сравнить внешность преступника с вашей. Что-то я чканул, молясь. Я вас официально предупреждаю, что вы несете уголовную ответственность за дачу ложных показаний.
почему он так выпадает с этого? Не знаю, я не могу смеяться. Вот он хочет заржать в голос. Вот я такое? Вас понял. Что мне нужно сделать? Мне кажется, у Вовы, знаете, защитная реакция — это смех. Он смеется всегда. И типа он реально смеется, ему реально смешно. Иди сюда, нахуй! Иди сюда, сука! За что? Актриса вот, что ли, что-то так... А, актер вот, точно. Угу. Да нахуй нужен долбоёб этот, пиздобол, блядь, сидит пиздит чисто, и всё, больше нихуя не делает. А в танках у него ни скилла, нихуя. Да, видел, бро, спасибо. Эй, Иржан, блядь, заебал. Давай, эй, салаву лейку. Да заебал, реально, пошли стримить, заебёшься. Какого хера, сука? С днем рождения, Хесус! Давайте поздравим Хесуса у нас в чатике. Хесус, с днем рождения! Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты рос большим молодцом, чтобы тебя утром поливали водой и отливали сухой пайком. Именно здесь эта хуйня, блядь, ебать, вы, ребят! Хесус, скоро столько говна с тебя рта льется, что ты материшься вообще? Тебя воспитывали вообще? Мне кажется, тебя не воспитывали. Да помогите! Пипец, я просто в шоке, как можно столько материться? Фу, просто фу, мерзкий червяк, просто матерится, сидит и матерится. Ну нормально вообще, просто сидит и матерится. Фу. Спасибо большое, Дарк Дудлс, но Хесус, конечно, быдло. Я просто в шоке. Помогите, блять! У меня такой последний раз было, когда я в Украину приехал, блять! Хелп, нахуй, хелп, блять! Мотик, блять! Мотик, можно так назвать собаку. Мотоцикл! Мотоцикл, я не могу сесть его, блять! Алло, прости, блять! Ты лучший, мотик, двухколесный сосет! Ты лучший, блять! А почему он сесть не может? В чем прикол? Долбоёб, блядь, что ты сидишь нахуй? Что ты, бля, ржёшь нахуй, дурак, блядь? Заебал, успокойся, блядь. Ты что, ебанутый нахуй? Угомонись. Блядь, пиздец. Ну все матерятся, мне тоже хочется поматериться, когда я слышу мат. Знаете, типа я слышу мат и вспоминаю, как было хорошо, когда я материлась. А тут мне нельзя поматериться даже элементарно, иначе мне придется реально отрабатывать за свой. Вы видите, блядь? Конченый. Успокойся, блядь! Все, наржался, блядь. Припели. Откуда у него такие руки жесткие? Он качается, типа, кто в курсах? Он реально качается? 40? Печалька. Он надел зеленые штаны? Это первый мистический канал, пацаны. 40, да? Оля. Когда большой и толстый хуй во мне, я так хочу, чтоб он был твой, но твой большой, он только мой взгляд. Спасибо, брат. Подключим все? 30 меньше, чем 3. Ну давайте подключим все, хорошо. Я тут минус 20к сделала. Чел, у меня на днях такая подстава произошла, блин. Я ж начала хавать семена льна молотые. Хотела пукнуть, обосралась, блин. Поэтому, ребят. Блин, ты вроде кринжова, но мне нравится то, что она такая, не знаю. Даже жопе собственной довериться нельзя. Ой, она забавная. Да, ребята, скажите честно, вам тоже нравится, когда вы выглядите какой-то видос, а там вторая ссылка выдает реакция Братишкина? И вы такие, бля, кайф. Есть такое? Да, пацаны, скажите, каждый день смотрю. Да. В смысле, какой смысл смотреть оригинал? Да, я согласна, ребят. Так же плюс чат. Плюс чат, пацаны. Ужас. 15, удивить. Какой марш, что я сказала? Я сказала, реально сказала? Да ёлки-моталки, ладно. Раз! Ой, нет! Блин, блинский! Ты бы начал ебала, блядь.
Спасибо, брат, за хоть пу мне в лицо. Раз, два, три, четыре, пять. Все, я иду гулять. А, ноги болят. Ой, ноги болят. Ой, ноги болят. Чел, у меня на днях такая подстава произошла. Скажите честно, он тоже... Весь видос скипнул, ё-моё. Собратишься кино, в смысле... ...является чистой правдой. Лежать плюс сосать! Громко-то? Кто знает, обратная мельница, обратная... О, Илюха! Обратная мельница. Нравится мне, с тобой на заднем ряду. Делаешь? Я не буду тебя... Я тебя трахать не буду, но вообще... Спасибо, Валерчик, брат. Здравствуй. Добрый тебе вечер. Есть. Твой шорт. Лун кисть. Вот смотрите. Смотрите, блядь. Хуй. Хуй. Ага. Кто? Что? Я? А может быть ты? Ты? Что я-то сразу? Нет, ты хуй. А, может, типа эхо? Поняла, выкупила прикол, я? Нет, ты. Давай ты. А нет. А может ты? А, ну да. Меня обманули на приседание? Вы меня обманули? Вы реально меня обманули? Вы меня обманули на приседание? А за что вы это делаете, лол, камон? Я вам доверяю полностью на 100%. Оказывается, даже жопе своей доверять нельзя. Да все. Я вас услышала, ребят, типа, ну окей, камон, я сама буду считать, когда я матерюсь. И мне вообще плевать там, сматерилась я или нет, заметила или нет. Если я не заметила, значит, я не сматерилась. И мне вообще, мне просто по все равно, мне, понимаете? Мне просто плевать. Мне плевать. Не понял, мне блядь. Пофигу. Мне пофигу. Я реально, блядь. Оля какая. Тупо чил. Ля кабы. Там сейчас мультик будет, да? Либо... А какую она букву картавит, я нихуя не пойму. Тю, блядь, хватит пультик ебаный, сука, подвох, блядь. Я думал, там кобыла стримит, там какой-то лох сидит. Пизда, блядь. Оставив принципы морали, сменила ник и изменилась. Но твои фотки послевали, а вроде ты в него влюбилась. Но дело в том, что виноваты в твоей проблеме все, кто рядом. Угадайте, про кого трек? Только вот ты сделала сама притон из хаты, и твои слюни для них и для меня стали... Слушайте текст! Классная песня! Реально классная! Ты ешь хайп на завтра, на обед, конечно, член любого парня, если он при бабках. Если не при бабках, то сейчас исправим, где никто не нужен. Ни друзья, ни мама, насрала всем в чате, но не обижайте. Я хорошая, я малышка. Спасибо вам, ребята, за поддержку. Все остальные люди хуесосы, те, кто помогали вперемешку. Теперь же у меня другие боссы. Я снова нихуя не понимаю. Не виноваты все тут по-любому. А я-то что? Для вас я просто зая. Ладно, ребят, пора показывать еще такое самый настоящий годный контент. Если не при бабках, то сейчас исправим, мне никто не нужен. Ни друзья, ни мама, насрала всем часть, мне и так нормально. Я забыла текст, забыла как петь, короче, все равно. Я спою заново, мне еще плевать. Сейчас расскажу, брат. Ты ешь хайп на завтрак, на обед, конечно, член любого парня, если он прибавка. Если не прибавка, то сейчас исправим, мне никто не нужен. Ни друзья, ни мама, насрала всем чайцы, но не обижайтесь. Я хорошая, я малышка. Так, стойте. Говорила на Хеса, что он материться сама не меньше. Ладно, шучу, понравилась тебе песня «Яркий сон». Спасибо. Сердечко можно, брат. Вот тебе сердечко.
Спасибо за донатик. Сейчас я открою видос обратно. На самом деле, мне сегодня много видосов, чтобы почекать, типа, интересных, реально годных. Что за трек был в истории, я уже не помню, брат, в натуре. Приветик, мне одно интересно, что значит бое в конце ника. Кстати, зови Вове. Не хочу. Так, показать сердечко. Держи, брат, тебе сердечко, сексуальный раб. Держи тебе сердечко, сексуальный раб. Бое в нике означает бэйби сокращенно. Вот и все. Спасибо, ребят, за приятные слова. Я не материлась. Если вам так показалось, почистите уши, пожалуйста. Братулькин мой, не трогай его супчик. Вкусный с ягодами. Хорошо, Эрнестик. Окей, без проблем. Но только страшно теперь выходить из дома. Не буду петь, Чане. Трек говно, отвечу, постарайся получше, чтобы в следующий раз ставить трек получше.